Очередная покатушка в лесу за изумрудный лес. Вот немножко елочки шалят, с них слетает снег. Значит, сейчас на улице минус 12, снегопад закончился. Сантиметра 3-4 плотного снега насыпало. Сейчас мы проедемся на советском снегокате по лесной траектории с перепадом высоты суммарным 30 метров и длиной траектории где-то метров 200. Но за счет того, что свежего снега навалило, перепад, ну, возьмем, наверное, метров 24 где-то и длину траектории метров 150. То есть последняя пологая часть обычно проходится на приличной скорости, но сейчас снегом все засыпало, поэтому пройдем меньше. Но все же будет довольно приятно. Погнали. Одной рукой снимаю, и другой управляю. Да, как и предполагалось, немножко залезем в свежем снегу, а собственно спуск сам продолжается вон туда. Ну, можно или направо свернуть, и вон там он закончится, у речки, или туда проехать еще. Ну, собственно, вот такая красота.